Всем привет! С вами снова я, Олег Демешкин, мой сын Евгений. Ну вот, покатались маленько, самую капельку. Для чего? Много работы было по устранению недостатков. Все мы их устранили, кроме одного. Тормоза надо прокачать, ребята. Ну, конечно, вакуумники еще поставим новые, старые выбросим, потому что что-то одна сторона не держит. Едет везде, на стенку поднимается, страшно самому, честное слово. Ремни безопасности необходимы на этой штуке, и мы их установили. Скажу еще пару слов. Помните, здесь стояло так называемое пневмоколесо? Полная лажа, я вам скажу. Ничего нет лучше звезды. Это стандартная звездочка, которую многие делают. Ну, единственное, здесь у нас обрезиненное все, чтобы шума не было. Но тем не менее, вот эта штука, она реально работает. Так, еще здесь такой момент был у нас. Стояла вот такая вот штука. Если вы помните, так называемая понижайка с львовского автопогрузчика. Ну, наверное, где-то она работает на том же львовском автопогрузчике. Здесь она не работает. Вернее, наполовину работает. Что мы сделали? Вместо нее поставили простейшую коробку ГАЗ-53, но оставили прямую передачу, то бишь четвертую, и оставили первую передачу. То есть, сами понимаете, если кто знает, понижающие отношения где-то 1:6, да? Поэтому он на стенку и залазит. Мост хорошо отработан карданой. Критических углов нет. Теперь все замечательно. Вот такие были переделки. И они стоили много времени. А деньги я не говорю. Так, если кто помнит, за нами следит. Мост был БМВшен. Стоял он там. Сейчас поставили мост, вынесли УАЗовский. Он съемный, хотя на него навалены тут некоторые элементы. Но довольно-таки надежная штука. Вот сейчас она себя показала. Значит, поставили уже не два, а три суппорта. Вот. Но тем не менее, надо добивать еще тормозную. Завтра мы с этим поработаем. Так, ух, горячий еще, да? Значит, останется нам только сделать внутренние работы, обтянуть это дело кожей, мягкие сиденья поставить сзади, кожа уже куплена. И, пожалуй, все, вездеход готов. Готов выставить его на продажу. Поскольку образец экспериментальный, дорого не будет. Потому что надо дальше двигаться вот с этими делами. Всем спасибо. До свидания.